Ребята, всем большой-большой привет. Говорила вам, подписывайтесь, будет интересно. Вот у меня уже интерес появился. У меня пропал один первый кадр куда-то, не знаю где. Ну ничего, то не страшно. Подписывайтесь, если вам нравится. Ставьте лайки. Если вам лень сходить в магазин за хлебом, есть вот такой вариант. Вот такое тесто. Для того, чтобы его приготовить, вот такое мягенькое, пушистое. Ничего сложного нет. Берем 300 грамм муки, 200 грамм теплого молока. В теплое молоко ставим ложку сахара. 8 грамм сухих дроздей, чтобы они активировались, чтобы поднялась такая шапочка. Поднялась шапочка, выливаем в муку вот сюда. Добавляем сюда 80 грамм подсолнечного масла и один белок. И вымешиваем вот такое мягкое тесто. Поставили его в теплое место. Вот оно у нас уже подошло. И оно должно быть вот таким мягким. Можно оставить его булочками, прямо такими круглыми ставить. А можно вот такой вариант, как я сейчас предложу. Начинаем. Ребята, вот то все тесто, тут весь кусочек, мы делим на 9 частей, вот таких. Все, каждую часть сворачиваем такие клубочки вовнутрь. Ставим в сторонку. Так, вовнутрь, такие колобочки. Пока мы будем качать, оно там еще будет подниматься. Вот 9 штучек выходит с этой нормы. Все вовнутрь, вот так, вовнутрь. Вот такие должны быть кругленькие, они еще постоят чуть-чуть. Мягкое тесто. Слышите, какое? Пушистое. Теперь будем раскатывать и делать такие, как пирожки. Можно оставить в таком варианте. Посыпать кунжутиком и все оставить. Но я предлагаю другой вариант. Как хотите. Смотрим дальше. Раскатали мы вот такой клубочек. Раскатали вот такую прямоугольную, такую длинненькую. Не знаю даже, как назвать. Блинчик такой. И сюда мы ставим творог соленый, жирный. Хочете, ставьте. Хочете, не ставьте. С зеленью. Так, хорошо можно поставить. Ничего не добавляем. Только зелень и творог. И делаем вот так вот. Раз. Раз. И сворачиваем, чтобы было вот так ровненько. Вот такую красоту. Этот край залепим, чтобы он не раскрылся при выпечке. Смотрите. Вот такие штучки ставим на противень. Смотрите, какой хлебушек у нас будет. Это тесто соленое, несдобное, как хлеб. Смотрим еще раз. Вот такое тоненькое должно быть. Тоненькое. Можете так не делать. Я просто предлагаю. Это очень вкусно. Это как хлебушек, только с сыром. Закрываем с этой стороны, тоже закрываем, ровненько ставим вот так. И сворачиваем. Край залепили, чтобы он не разлепился. И швом вниз, и вот такая красота получается. Ставим на расстойку, желточком мажем и отправляем в духовочку. 180 градусов, минут 40. Ну, смотрите по духовке. Все духовки разные.
смотрим на наши хлебчики, булочки. Теперь желточек, ложечка молока. Все это мы хорошенько вот так вот обмазываем, не жалеем. Какие красивые. Смазали. А теперь черный с белым кунжутик. Посыпаем им сверху их. Напополам. Половина черного, половина белого. Вот так все посыпаем. Теперь мы отправляем в духовку. Духовка уже нагрета, 180 градусов. Минут на 40. Вот смотрим на нашу выпечку. Смотрите, какие красивые. Уже почти готовы. Как пух, как мячики. Вот они уже почти готовы. Пару минут. Ребята, смотрим на нашу булочку. Какая красота. Вот они какие. Смотрите. Как пух. Видите? Назад возвращается. Очень вкусное тесто. Очень вкусные эти булочки. Они не сдобные, они как хлебушек. Можешь есть их с хлебом. Нужно есть их так, как хлеб и как не хлеб. Все четко. Подписывайтесь. Пробуйте. Всем пока-пока.